Всероссийский субботник на то и масштабная акция, чтобы в ней участвовали все жители нашей огромной страны. Пока дачники, садоводы и просто неравнодушные граждане облагораживают территории, в детском доме доверия также кипят ландшафтные работы. Копали, сажали, облагораживали, поливали. Сегодня ребята из детского дома доверия вместе с сотрудниками компании «Газпром» космические системы обновили свой парк. Посадили плодово-ягодные деревья, барбарис и многолетние растения. Словом, саду цвесть. Этот зеленый субботник – продолжение взаимодействия с подшефным детским домом доверия сотрудников компании «Газпром» космические системы. В рамках «Зеленой весны» газпромовцы приехали, чтобы вместе с ребятами из доверия посадить деревья, кустарники и другую украшающую участок зелень. Они всегда откликаются с энтузиазмом, они всегда очень рады, что мы приезжаем, потому что это всегда общение у нас, и это и возможности. Ну, в этом раз мы устроим чаепитие, в прошлый раз мы устраивали пикник им. Им очень это нравится, поэтому для них это наш приезд всегда чреват какими-то новыми положительными эмоциями. Трудились на славу, бодро выкапывали ямки под посадку, щедро удобряли, поливали. Многие воспитанники этим трудом занимаются не первый год, знают и любят сельскохозяйственные работы. У нас проходит сельхозтруд, и все эти ребята занимаются сельхозтрудом. Потом они выбрали уже некоторые профессии, растениевод, и будут дальше обучаться. Это наши выпускники. Если бы их не было, было бы очень всем тяжело, потому что все, что здесь посажено, посажено большими ребятами. Как известно, слаженная командная работа приносит самые лучшие результаты. «Зеленая весна» на территории доверия состоялась на славу и в удовольствие всем. Мне понравилось сажать, я был рад посадить деревья, помочь, чтобы как бы росло много деревьев, чтобы люди радовались. У нас очень красивый сад, и мы стараемся сделать его еще красивее. А вот для чего вы это все делаете? Чтобы на территории было уютно, хорошо. Ты первый раз сажаешь? Нет, я уже не первый раз сажаю. Я и дома сажаю, я здесь сажаю. Мы здесь красоту наводим. После активной посадки и озеленения территории всех ждал сладкий стол и чаепитие. Хорошие традиции нужно продолжать. А мир, как известно, спасет красота, которой в этот день было в достатке. Лилия Тимиева, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».